Sveiki, su jumis Vytautas ir aš žodžiu Days Gone ir tai turbūt jau finalas. Nes jau finalinės misijos pas mus pasiekiamos ir bėgam prie sunkvežimio ir žiūrim, kad scena. Как дела? Отойди. А, Дик. Привет. А это что? А, его спроси. Ну, машина же размером с танк. Угу. Я подумал. А почему не танк-то? Твою же мать. А оно что, работает? Сейчас посмотрим. Ну-ка. О, да! Работает! Пора загружать. Я знаю, где достать удобрения. Маякну вам, как буду готов. Давай. Окей. Ну, пару месяцев назад мы были неподалеку от Крейзи Уиллис. Курмусу там мотоциклас. Надеялись, что там никого нет. О, вот че. А, лабы герей. Возьмем пас механика, пожурим, как мы сгалим с ее подарить. Норс, посмос пенегу не... Не тек долг, кад галету мя сау виска лейсти. Бет... Дикон Сен-Джон, как дела? Бас. Варикли не. Гофрас. Гофрас, вот бутент... 2400 ir trečio lygio reikia. Čia viskas, čia apgreidinta pilnai. Ja, pilnai. Pilnai. Užpilam, viskas, let's go. Važiuojam. Nei minutės, ne... Ne stovim vietoj už tai, kad mums reikia ko greičiau pabaigti šitą žaidimą, nes anosies yra nauji metai, turbūt šitas video kaip tik per naujus metus ir išeina. Aš negaliu tom būti įsitikinęs už tai, kad dabar lygiai, gerai, ne lygiai, bet menuo iki naujų metų, tai aš filmuoju. Я думаю... Удобрений должно быть полно на ранчо Айронбьют. Ранчо Айронбьют. Да, упокоителям оно больше не понадобится. Это ведь раньше был гольф-клуб, так? Значит, положено было за лужайками следить. То есть, там будут всякие газонокосилки и... Удобрения. Слушай, точно. Я поехал туда. Как расчищу дорогу, сообщу Рике. А ты тогда подгонишь грузовик. Стоп, хорошо, стоп, брат. Стоп. Конец связи. Вводи все. Жаль только, что я опоздал. Ты не опоздал. Мы его остановили. Мы остановили. Не потерял. Мы делаем охрененно большую бомбу. Ты не забыла? Но мы рады, что ты вернулся. Ты нам нужен. Рики, он... Фу, он не виноват. Железный Майк, в смысле. Он просто... Он просто пытался сделать как лучше. Я знаю. Конец связи. Моя... Kai žmonės nori kažką tai padaryti geriau, žinai, kai visada. Opa, ir vėl kažkokį tai... Nu, blemba, kiek jūsų čia?
Долго, а? Даже ты буна, а? Притих, да? Он там одного потеряли. Не, ну бет кекью, чем квадратинем метро. Дик, ты меня слышишь? О, долбоебас. Да ты совсем обнаглел. Отлично, брат, ты на связи. Слушай, я пытался остановить их, честно. Я не хотел, чтобы они убили Майка. Не хотел, чтобы вот так все вышло, брат. Ну? Капитан, давай, полковник вызывает вас к себе. Нормально. Да-да, скажи, я уже бегу. Капитан, быстро же ты заслужил повышение. Все эти игры в армию показуха, ты сам знаешь. Ну послушай, братан. Какой я тебе братан? Ну ладно, просто ты должен знать. Когда Коури тебя освободил, полковник рассвирепел. Он решил, что она причастна. Он с катушек слетел. Хотел убить лейтенанта Уитакер. Ты слышишь, Дик? Дик! Да, я слушаю. Но я ему помешал. Я сказал ему, что это отрава, которую она готовит. Ее можно использовать не только против фриков. Допустим, есть вражеский лагерь, у которого один единственный источник воды. И если вы туда пару голов яда, может это решит сразу нашу проблему. В общем, полковнику эта идея понравилась. Он назначил меня ответственным за ковчег. Теперь она отчитывается передо мной, Дик. Что тебе нужно, жизнь? Я просто хочу тебя предупредить. Они идут, и их не остановить. На этот раз полковник бросит против вас все силы. Выпусть. Мы никуда не побежим. И на этот раз мы будем наготове. Слышь, Дик. Капитан, полковник ждет. Да иду я. Выметайся. Дик, мне надо идти, но... Я скажу, лейтенант. Патронов мало. Конец. Кто я, дорогие девичь, те упокоители? Ну, так слева наркошас. Гриный наркош. Шкуршауду. Шкуршауду. Прижмите его! Иду назад! Ты потерянный! На. Мы на. Ты шкур. Ступи на мой путь! Ты голый, эх. Мы сыты, мы сильны, курту. И одно, мы вместе, мы готовы, мы покажем твою скорость, твою память, иди к нам. Разрешаю. Куда я без бега, блямба? Были и поспорили. Алло. Надо вернуться. Бега. Подстрелили! На Иркурье. Добро ж не скубу, уж ты как добро долг бы с порощему миссию. Ну как долг. Две порощему миссию. Стой, я укажу тебе путь. Шкушкуча. Кашкур ты че? Возвращаюсь! Нужно прикрытие! Не? Не. Меня зацепило! Ага, доброму реке жинотко. Реке. Вообще там. Бутант куромом и рейке. Бет, не скубекит. Йоки. Йокис будет не... Не скубекит, как аж. Сломан. Норс исей, из тикрую, сулаужитас, бет... Таме... Не смея. Кад исей сулаужитас, рейке, вису пирма, висус...
Kažkas tai kažkur tai važiuoja. Ir toks jausmas, kad artėja. Arba kažkur užsibūgino man garsas. Arba realiai kažkas artėja su motociklu. A, ne, neužsibūgino. Važinėja. Tai vat. A, mum reikia dabar peržiūrėti va šitos va palapinės vadinamas. Kas iš jų liko. Ir... Pasti juose saugiklį. Kadangi tai eilinį kartą bus saugiklis. Aš taip suprantu. Nes nieko kito negali būti. Kadangi va šitas va... A. Okei. Ну-ка. Gal ir užteks tik tai šitą. Sutaisyt. Зеленый, зеленый, это хорошо. Черт, сейчас они все сюда сбегутся. Так, стоп. Стоп. Стоп ir žiūrim, kur, kokie, išlykę. Tuo pačiu žiūrim ir lūtą ieškom. Garsiakalbių nebeliko. Kaip ir nebeliko, jo. Viskas tvarkoja dabar, turėtų būt viskas ok. Ir mes dabar galėsim pravažiuoti normaliai. Čia vienas dalykas, o antras dalykas mes galėsim dabar jau aplūtinti ir pasiimti dar vieną injektorių. Nero. Aš tikiuosi dabar negromilą čionai. Все что ли? Да, боже. Вискус, а не? Все, гарай. Порядок. Жейнам не вена. Да, наконец-то. Так, ну теперь посмотрим. Кашкок с документа сгули. Да. Бинтас. И... Бискас. Вот, я. Я. Так, гурим тадел. Жейнам и сяканте. Инъекторius. То, что доктор прописал. Нейроинъекторius. Taip, mum reikia koncentraciją didint. Kadangi mum labai daug reikės šaukti. Вот так. Taip, pas mus atsirado, jeigu aš gerai pastebėjau, taškas. Ne. Blogai aš pastebėjau. Aiškės ten ne... Не ташко жінклюка з бо. Тип, ну, можна что-нибудь смастерить. Дискас. Лякем. І відповідна вета. Жудом фрикус. Ну, я все кіто юс побачить на трупус. Коли відвожуся. Aš susisieksiu su jumis. Na ką, mes ir atvažiuojame.
tak žinot kas. Teks žudyti. Spėkit ką. Trijų kartų. О, черт, нет. Это орда, это орда. Надо избавиться от них, иначе когда Рики поедет, они все к нам сбегутся. Слушай, скажи Рики, что это надолго. Потому что прямо у нас на пути пасется орда. Орда, хочешь мы с Рики выберемся к тебе, поможем? Нет, нет, нет. Усвоил в каком опыте, что их надо ходить в одиночку. Иначе будем друг друга убивать. Еще немного. Бегает аплинку ее. Бет, бегает. Для вот этих машинки. Типин без вас надеюсь на этом. Ой, я упущу, что мне понятно. Пусть сюда. Друзья мои, вот и все. Ух. Господи. Первая карта орда нормальный. Бухарь, ты на связи? Путь свободен. Для орда. Пусть Рики подгонит грузовик. Понял. Чисто карта, что и ты краишь. У нас для тебя есть сюрприз. А у меня с доброго жан. Прекрасно. Танку на брейке. Жду не дождусь. Нет? Конец связи. Ну, будет стойка сцена.
paprasčiausiai reikia naudotis tom, kas duota ir aš pamačiau strategiją vieną pas vieną geimerį ir jinai tikrai veikia. Aš biškį ją kitaip panaudojau, bet jinai tikrai veiksminga. Tai aš jums jau tai tikrai sakau. Žiūrim, kad sena. Привет. Не на... А это у тебя что? Подарочек от Рики. На байк не сяду, но уж передачи переключать смогу. Ого. А... Тормози вон там. Ладно. Охренеть. Этого нам хватит. Ну, что дальше? Криозот. Я сообщу, как буду готов. И откуда мы достанем 100 галлонов криозота? Лучше тебе не знать. Кек! 100 галлону? Пускай окаует. 100 галлону, чи кек тону? Дик, нам надо поговорить. В чем дело? Ополченцы. Что? Купил с 10 тонн. Где? Бухарь думает, что они еще вернутся, так что он попросил связаться с тобой. Опять 10 тонн. Чёртовы ополченцы. Да, я займусь. Плавки, кектон. Вот и славно. Сообщу Бухарю. Конец Ту связи. Субишки литро рекепер. Трис. Да, неплохо. Ага, добар мум рейке сунайкинти трис. Va šitos va stovyklas. Na, iš tikrųjų dar keletą dalykų reikėtų sunaikint mum. Kadangi šitas dalykas labai mum bus pasiekiamos didelios tos gaujos. Nu, ne gaujos, a dideli būriai zombių. Na, iš tikrųjų, man labai gerai būtų sunaikinti šituos va irgi lagerius, kad jie maišo ir turi bunkerį papildomą. Atidarytume visą savo teritoriją. Ir matytume žymiai geriau ir daugiau visko. Mes dabar esam čia. Na kągi, susitiksim jau tada, kai aš šituose kraštuose būsiu. Tikiuosi, aš greitai visą tai padarysiu ir man reikės gailėtis, kad aš tai padariau. Дикон Сен-Джон, слышишь меня? Это Peaceful... Esam pagaliau pas mus daugiau atsirado žemėlapio atidaryto. Yra žymiai daugiau. Nežinau, kodėl va šita dalis neatsidarė. Man neaiški priežastis. Na, bet mum tai nesvarbu, kadangi mes va šita va stovyklą, kai užimsim, tai jinai atidarys visą žemėlapį. Ir mes turėsim pilną kart blanšą. Žiūrim, kad sceną. Так, заходите. Что случилось? Подстрелили. Там, через дорогу. Нужно собрать отряд и догнать их. Не, меня это не касается. Они забрали Мэнни. Ты послал Мэнни за припасами? Я руковожу лагерем, Дик, а не лезу со своими советами. Иди ты, Коу!
Jeigu kas nežino, Manny tai yra vienas iš tų čuvakų, kuris skolingas buvo Dikonui Baka, žmonos Baka. Tra žmona gražiai išgraviravo. Arba nupiešė. Tai va, pačioj pradžioj dar jisai buvo skolingas jam ir vienu žodžiu jie jau taip susidraugavo. Tom, я нашел его байк. Попытаюсь отыскать его самого. Я узнал, что они устроили засаду на шоссе Сантиам. Да, я уже нашел. Конец связи. О, отгал. Я постебел, как посмотри патроны там побыгос. Эти бишки патрону посимт. Taip, ir viskas. Ir galim drąsiai keliauti. Šitą užimdinėti stovyklą. Nu, arba gelbėti draugą. Arba bičiulį. Taip pasakysi, taip ne... Nieko nebus. O. Kaip visą laiką standartinė apsauga. Tavai gali būti vienas iš jų gyvas. Kaip aš sakiau. Vienas iš jų gyvas. Šimtaprocentinė apsauga nuo žmonių, bet ne nuo frikų. Nes frikai vieni kitus neėda. Вот этот минус. Ой-ой. Геймпада с Брумана. Ты браво, как шакис. Это люди! На Р кури. Мне дома курица. На Диконай. Курмени. На мат, выходи. Разговор есть. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Той бусим лавоной. Его. Его не посинаудосим весом микстуром и если изгали мои избуды из посигидет. Тапсим лавоной. Зомби еще супусу бега. Я бы не позволил ему тебя убить. К тому же, кто еще мне тут починит карбюратор?
Питание и сои. Поднимайся. Медленно. И не звука. Ну, ё-моё. Не-не-не-не-не, давай. Вообще то, граната. На, косин, арчунина. Лёс, арчунина. У тебя получилось? Ох ты ж, вроде все. Засиделся я в лагере. Впервые вижу такую тварь. Да ладно, давай свалим отсюда поскорее. Мэнни, гречо. Да, меня уговаривать не придется. Так что случилось? Что ты там делал? Ну, короче, я несколько месяцев на вылазках не был. Решил, типа, вклад внести, не халявить. Понимаешь? В округе полно придурков с пушками, Мэнни. И очень немногие умеют чинить тот хлам, на котором ездят. Да, да, коп так и сказал. И в кои-то веки я с ним согласен. Слушай, ну почему у нас все вот так? Как так? Все и каждый пытаются друг друга убить. Ну ты бы, Мэнни, привет, знаешь, сколько народу сидело в тюрьмах до того, как все началось? Я имею в виду здесь, в Штатах. Без понятия. 2,5 миллиона. Прибавь сюда условно и досрочно освобожденных, и получишь почти 7 миллионов. То есть из 35 человек обязательно найдется один, кому срать на закон. И это только те, кого успели поймать. Черт. Вопрос не в том, почему сейчас так, а в том, почему раньше так не... Дальше сам дойдешь? Да, да. Меня ну, причитается. Если бы не ты, я бы уже Ищ был трупом. Гельбем, мискас, добар мусу, пекинис, трис, тия, тристос тувиклос. На ирбус мискас. То диделя буря фрику, кур ира, что это? Kaip jinai medžio pjovykloj. Ar miško pjovykloj. Aš neatsimenu, kaip jinai vadinas. Pasiemam. Achievementą paėmėm. Mokintis ar kažkas tokio. Tai mum. Aha, kuro per mažai reiškia, ne? Ar ko? Kad neduoda teleportuotis. A, duoda. Okei, laukiam. Коуп, я его нашел. Секундинес. Išjungimas ir įjungimas. Ką? Aha, okei. Немного помят, но жив. Ну, вис тех реги кашкуп до. Шитова стулико. Человек, сколько оружия? Потилюка из кашкуп ты я. И что мы его не сложим. Федералы нам больше не указ, так ведь? Нет, не указ. Мэнни возвращается в лагерь. Скажи ему, чтоб пахал и не рыпался. Отбой. Ну, федералу ир не лико. Шейп ты.
Сент-Джон, это Марк Копланд. Я просто хотел извиниться за тот случай с байком. Kaip mes aplinkui aš dabar didelį ratą darau. Dabar reikia važiuoti. Ko jis vėl nori? Aha, mes tuoj atvažiuosim jau iki tos stovyklos. Ir sakau, iki finalo liko, jeigu ne šita stovykla, tai iki finalo realiai likę yra nu apie pusę valandos gal žaidimo. Čia 100% informacija. Reikia daug jų pagamint, kad būtų daug. Na, ir kur jie? Tai 10. Dar vienas šenai. Vienas galia manęs buvo. Efektyvus ginklas. Žiauriai efektyvus. Kažkur tai dar vienas yra. Sakysiu, kad kur tu? Aš artėjau, tai kad bijok. Kur tu galbūt vis tiek pagausiu? Aha, vat ir vat tu ir pagautas. Viskas, dabar mums tik tai bunkerį rasti ir galima bus šitą. Ir galima bus šitą dalyką užbaigt ant šiandienos. Šiandien dienai. Na ir jau kitą kartą susitiksim finale. Turbūt. Na, aš tikiuosi, kad finale susitiksim. Kadangi finalas jau čionai. Aš tikiuosi, kad šiandien diena yra jum. Šiandien diena yra naujieji metai. Todėl šiandien bus du video. Tai yra 10 ryto dabar va. Ir vakare taip pat laukite
naujo video. Ir taip pat laukite dar vieną video po 00. Tai yra sausio 1, 2022 metų. Dar beje laukite taip pat dar šiais metais. Beje, 301 pas mane bus 3 video. 3, 2 Days Gone video ir šitie. Ir 2 video pasveikinimas vienas. Ir anonsas kitų metų pereinamų mano žaidimų. Tai kad turėkit omeny, kad anonsas bus labai geras. Ir pereinamų žaidimų bus labai daug. Na kągi, ačiū kad žiūrėt, iki pasimatymo, ar tiekom tokį paspėsk like. Ir dalinkite su draugais Facebook'e, nepamirškite komentuoti šito video. Ir dalinti su draugais visose socialiniuose tinkluose. Ir iki susitiksim netrukus. Aš gimiau Lietuvoj.